Добрый день, мои дорогие подписчики, гости моего канала. Барев зез ашхари хайер. Я обещала моей семье, что сегодня в обед будет очень вкусный обед. Я решила готовить свинину с картошкой и решила снимать это. Начнем готовить. Для этого нам понадобится мясо. Я брала 2 куска свинину с косточкой здесь, но оно все мягкое. Картошка, лук репчатый, морковка и специи. Соль, перец. Я брала красный перец, паприка. Если хотите, вы добавьте еще и чили. Из приправ у меня здесь чеснок, мускатный орех, кориандр. И здесь немножко меда и сметану. Это для соуса. Дорогие мои, сначала я буду соус делать. Здесь 1 чайную ложку я мед положила. И поочередно соль буду добавить. Из приправ вы хотите, добавьте какую вы любите. Мне вот эти нравятся. Здесь черный перец. Паприка. Паприку я буду немножко побольше добавить. Оно сладкое. И остальные приправы. Все это буду перемешать немножко. И добавлю сметану. Надо очень хорошо перемешать. Вот соус уже готов. Сейчас я буду мазать этим наше мясо. Куски вот такие большие. Я оставлю целиком, не буду резать. И так поставлю в духовку. И немножко буду массировать. Поставлю в миску. Теперь другой кусок. Вот и второй кусок. Положу один на другой. Вот это я накрою пищевой пленкой и поставлю в холодильник приблизительно полчаса. Друзья мои, уже мясо мариновалось. Я сейчас буду уже овощи готовить. Овощи, кто как любит, как удобно, так и ставьте. Это не имеет значения. Я буду вот так делать. И несколько вот мест буду вот так резать. Чтоб красиво было.
овощи уже готовы. Я сейчас буду только солить, перчить. И растительное масло буду добавить. Больше ничего. Опять скажу, что это паприка, поэтому я много кладу. А теперь растительное масло добавлю. Теперь уже с руками надо хорошо массировать. Уже поставим в противень. Из мяса несколько кусочек буду ставить. Лук. Сначала буду кладить мясо, чтобы посмотреть, куда ставить наши овощи. Вот и все, друзья. Сейчас я это закрою фольгой и буду ставить в духовку на 180 на 200 градусов. Друзья мои, наш обед уже готов. Очень пахнет вкусно. Я не оставила, чтобы очень красные были картошки, но они уже готовы. Моя семья ждет. Поэтому я уже сняла, оно полностью готово. Сейчас буду на блюдах ставить и покажу еще. Друзья мои, смотрите, какие шикарные блюда получились. Сейчас я здесь буду резать мясо. Вот все испеклось очень хорошо. Вот так. И картошка хорошо варилась. Пахнет очень вкусно, аппетитно. Друзья мои, очередное вот блюдо мое. Дорогие мои, моей семье очень понравился обед. По-моему, вам тоже понравилось. Жалко, что не могла вас угостить. Этот запах вы не чувствовали. Буду стараться еще очень вкусное готовить. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Пишите комментарии. Пока-пока.